Корее я думал мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь – это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад на научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидойя. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны. Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем им класс. Шевелись, салага. Да погоди еще. Нет синхронизации. Так, есть. Впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Гидеон, мои люди на местах. Мы готовы начать операцию по сигналу. Понял. Через 5 минут. Господи. Постарайся не угробить нас, салага. Вас понял. Джокер, что у тебя? Пошел сигнал с дрона. Передаю. Вас понял. Готовность. Подходим к зданию. Два человека к окнам. Уходим, уходим! У нас гости из КВА. Южная комната, 2-й этаж. Защищайте дверь! Продолжаем движение. Впереди конференц-зал. Пожалуйста, я. Остаться здесь должен только я. Нет. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Уберем его. Наш приоритет, премьер-министр. Мы люди. Мы умрем. Виновные и невинные. Вопрос лишь в том, когда и как. Все в руках Божьих! Его убийство ничего не даст! Ты ошибаешься. Оно даст нам очень много. Пророк, они убили заложника. Будем атаковать. Атлас 2-1, у вас все полномочия. Всем, мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют премьера. Они все равно его убьют. Мы его вытащим живым. Давайте поживее. Видеосигнал от команды. Покажем им, на что способен Атлас. Слишком долго терроризировала регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Какое давление? Удачи. Сапер. Мичел, выноси. Мои люди на позициях. Без команды не стрелять. Понял. Двинулись. Пути часа недобровольные, вас не тронут. Бросайте оружие. Включить магнитные захваты. Вверх по стене. Окну не лезь, Вайпер
Митчелл, готовь глушилку. Комната заложников в 100 метрах. Сюда! Понял. Вперед. Чисто. Митчелл, Джокер. Смотрите, что там. Что это было? Гармонический импульс. Засекает органику за любой преградой. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл. Ты будешь нашими глазами. Разведка засекла тебя в бойцов КВ в комнате. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Митчелл. Митчелл, отметь целим. Подтверждено. Ну, готов. Они собираются казнить заложника. Враги отмечены. Все цели уничтожены. Группа «Атлас», всем стоять! Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй премьера. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Мои люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый. Где он? Что? Уходит из центра. Отлично, пошли. Альфа, на вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Камера засекла белый фургон на Independence Road к юго-западу от вас. Вас понял. Черт, а меня спит. Опять не гори! Убирайтесь, сороки! На крыше автобуса враг с РПГ! Брось в них сенсорную гранату. Пошли. Мы можем срезать по переулкам. 2-1. Грузовик в половине клика к югу от вас. Сюда. Вас понял. Мы на месте. Противник!
чисто. Сюда, через ворота. Ясно. Сюда. Вверх по лестнице! Independence Road, сюда! Митчелл, заходи с фланга! Найди ублюдку за спину! Отличная работа, Митчелл. 2-1. Грузовик съехал к западу на Liberty Highway 500 метров. Мы уже близко. Сюда! Надо перебраться через эту стену. Давай через дорогу. Осторожней! Беги через улицу! Чуть не раскатали в лепешку. Митчелл, давай через улицу! Не раскатали в лепешку! Грузовик на подходе к вашей позиции. Вас понял, пророк. Митчелл, за мной! Грузовик в зоне видимости. Вижу. На черт, не могу прицелиться. Да пошло оно все. Начинаем! Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! Гидеон, мы вас не видим! Преследую цель! Идет на юг по шоссе! Найди транспорт и за мной! Вас понял!
Держись ближе! Сбивай! Прыгай! Грузовик на 12 часов! Прыгай! Эй, не спим. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он да жив. Да прекрати ты, он дышит. С трудом. Какого черта им от него нужно? Не знаю, мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят от жизни? Вы сделали все, что обещали. Сегодня я угощаю. Ты молодец, Митчелл. Жизнь в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. КВА крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айронс все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто.
Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Ха, есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для Атласа. Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче, а ее планы грандиознее. Справа! Браво, видит! Браво! Сосредоточиться! Похоже, Альфа влипла! Прорываемся к зданию вместе с ними! Укройся за турелью и открывай ответный огонь! Сюда.
Гидеон! Танк еще на ходу! Шевельем задницы, этим займется! Только что выкатила титан прямо в центр двора! Пусковая установка рядом с вами. Митчелл, хватай ракеты и уничтожь титан! Ракетами! Понял, пророк. Мы на подходе. Придется перейти в главный корпус. Вперед! Смотреть в оба. Здесь могут быть гражданские. Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта. Принято. Вскрываем двери. Пошли. Чисто. Сюда. Браво, температура поднимается. Плохие новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. У бедолаг не было ни шанса. Продолжаем движение. Перекресток. Давай направо. Это короткий путь, но тебе не понравится. Держаться вместе. Внимание! Шлюз закрывается. Пожалуйста, отойдите. Картер, открывай дверь. Понял. Thank you.
Заглушите реактор. Максимально. Враги на балконе! Продолжай! Вас понял. Серьезное сопротивление в реакторном отсеке. Вас понял. На главный уровень. Митчелл, запускай. Ставь укрытие у двери. Понял. Используй штурмовой дрон. Выход на верхней мостике! Что? На верхней мостик пошел! Ни черта не слышу! Не останавливаться, мы почти на месте! Почти на месте!
порядке. Что это было? Они заминировали дверь. Этот пульт работает. Давай за пульт. Температура ядра стабильна. Надо залить охладитель. Стоп. Уровни падают. Отводы для пары дней. Босс! Секунду назад было стабильно. Перенаправляю. Гидеон! Принято! У нас события 7-го уровня. Немедленно уходите. Вот дерьмо! Вас понял. Браво! Реактор пошел в разнос. Уходим! Внимание! Критическая температура реактора. Немедленная эвакуация. Гидеон, вас уходит! Как и мы! Событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх. Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты? В тот день, когда все изменилось. 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу.
Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. Два с половиной миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Погано выглядишь. 22 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Секунду, капитан. Идет сканирование. Пожалуйста, подождите. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. График работ будет скользящим. Гидеон, Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Хорошо. По коням. Подключись ко мне. Вруби автопилот. Браво 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Вас понял. На синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти Аида. Понял. Конец связи. Что поменялось.
Эдвард на Бейт-стрит. Вас понял. Обнаружено движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. Мы будем посматривать.
Зеленый! Джокер, что у тебя? Эдика сюда! Мы у блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Теплый огонь! Вы почти на месте! Эдика сюда! Вражеская цель! Впереди! Thank you.
Вот они. Пошли! Контакт на 11 часов! Нам нужно время! Что с врачом? Биометрический трекер его поймал. Он все еще в госпитале. Хорошо. Нужно убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик. Укрываемся за ним. Госпиталь. В 100 метрах. Пошел. Доктор, прикрой нас. Грузовик. Укрываемся за ним. Госпиталь. В 100 метрах. Пошел. Докер, прикрой нас. Ай. Видел, толкай. Рядом. Второй этаж, северное крыло. Живым, любой ценой. Вспышка! Митчелл, выбей дверь! Не стреляй! Митчелл, взять его! Когда видел Аида? Я не скажу! Все они так говорят, а потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец! Конец!
Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Митчелл, со мной. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Что это было? Хрен его знает. Байка, бегаем. Митчелл, на мотоцикл. Цель захвачена. Забираем его для допроса. Гедеон, конец связи.